Не пропальвай жыццё. Супрацоўнікі МНС працягваюць профілактычную работу з насельніцтвам. Гамельчанам на наглядным прыкладзе показалі наступствы курэння ў ложку. Падрабязнасці ў Веранікі Гамзюковай. Месце правядзення акцыі – пляцоўка каля пункту збору другаснай сыравіны. Сюды часта прыходзяць людзі з катэгорыі высокай рызыкі, а таму ёсць верагоднасць, што яны прыслухаюцца да парад выратавальнікаў. На чарговым мерапрыемстве сабралася каля 20 чалавек. Інспектары нагадваюць аб правілах пажарнай бяспекі, распавядаюць пра работу і неабходнасць установкі пажарных апавяшчальнікаў. Между прочим, очень замечательное мероприятие. Я говорю, я уже второй раз на таком мероприятии. Очень полезная вещь. Вот особенно вот для людей, которые, как говорится, употребляют алкоголь и все остальное. После от теории переходят до практики. Акурок кладут на тканину у маленький драўляный домик. И вот уже модель палая огнем. Доброохотник Константин у боевой форме спочатку учится користаться огнетушителем, а затем ликвидуя узгорание. Супрацовники МНС и удельники акции сподзяются, что такие веды им в жизни не спотребятся. Трагедию лепш попередить. Показали, вот и я и сам как бы не научился. И ну, как вам сказать... Что такого не было, не повторялось и вообще такого не было. Соблюдайте, пожалуйста, правила пожарной безопасности. Не доводите до греха. Вот. Не надо курить в постели. Это приводит к несчастным случаям и к жизненным жертвам. Надо жить, бороться с этим. После тематичного мероприятия инспекторы отправляются у рейд. Акцент на гарышчах и подвалах. Тут особы, которые ведут социальный лад життя, користаются огнем и курить, что может привести до возникновения пожару. Оценивались так само стан проводки и электрообсталявания, шляхи эвакуации. С начала года в Гомельской области произошло 166 пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. Поэтому работниками МЧС проводится работа по посещению данных мест, по проверке закрытия данных мест. И тем самым, если уже обнаружили граждане, то проводится профилактическая работа по недопущению курения и вообще пребывания в данных местах. Подчас рейду инспекторы МНС провели профилактичные гуторки с теми, кто выкидывает у окна из балкона непотушенные окурки. Это не только свечение низкой культуры, але и прямое порушение закона. Вероника Гамзюкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».